Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут быть вызваны столкновением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго соблюдать правила поведения в поездах. Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – это центральные вагоны, купе с аварийным выходом окном или расположенное ближе к выходу из вагона. При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.